отскочу. Теперь Hellfire, ну беда. Я отскочу на пару минут, Телефон. Сейчас. Ну хоть Саныч, как всегда, с нами. Получаешь специальную премию чисто от меня. Там за что премия? Я что-то пропустил? Угу. Как же так? О, шприц. Смотри, парашютик в противоположной команде. Однако. Ну это была случайность. Я верю в это. А, да, уже объяснил Небель, у Hellfire гашетка залит. Ну вот видите. Да, спасибо, Небель. Да, бывает, бывает. Там у нас Сильвестр Винер взлетел на Миша. Бедный Миша. Истинно славянская душа. Я с вами. Как ты там сказал бы, белый ТФС? Полеты на медведях только у нас, в нашем стриме. Да. О, нам... Силикон вступил-то. Интересно, что. А Силикон же у него в летной школе, по-моему. Силикон умрет от Небеля. Не просто этот самый на медведях, а полеты на горящих белых москвичах с медведями, балалайками и шанками и столичной водкой. Только ТФС, только хардкор. Так, куда вы летите? Ага. Ну как некрасиво. Фу. Фу-фу-фу, таким быть Силикон. Зачем такие вещи писать? Сбил так сбил. Наша база атакована. Зацепил. Остановить нападающих. Да. Ну, Силикон записался в учебку Ахтунг-Фазера, насколько я знаю, и при этом спросил Небеля о вступлении в сквад ЛК. Он сейчас прямо между двух огней. Дайте мне квадратик. Неоднозначное решение. О, Небель отписался. Ой, ну Небель еще лучше. Да. Да, ребята. Больше огня. Больше огня. Да. Хороший у нас стрим получается. Привет, Гент. Заходи в TeamSpeak, там кто-то из наших летает, пытается сбивать нас. Вон шприц там против нас летает. Ритус пару раз попадал защищать. Вы квадратик киньте.
вас там драка или как? Разрабы подходят за поинт оверба. А за что оверба-то забанить? Я тут при чем? Ром, ты бы так в микрофон не выдыхал. А, окей. А то это звучит очень. Как так сказать? Тут. Так, ага. Есть проблемы. Один красавчик. Его да. Уже кучат. Ага, тут... это штука. Это роль целый. Еще раз. Или это просто человек с колесом. Не, это штука. Из этого штопора она, конечно, не выйдет. Но в килл вписаться надо. Да. Не, наверное, не буду вписываться. Смысла особо не... А ну хотя... Как вписался? Ух ты! Так, еще один здесь какой-то интересный перец. Да, еще одна штука. Теперь это 112 с колесом. Интересно. Пытаюсь найти, но что-то. Какой у вас квадрат? Наверное, все. Так, еще один. А, это штука с одним колесом. Да что это? Пошло не так. Опа, на меня заход был. А, видел. Да, и фагот тут рядом был, тоже должен был видеть. Но что-то прям очень шустрое проскочило. На меня атака. Я только оторвался от аэродрома. А вы тут рядышком, под тобой практически. Вон там за белым идут, по-моему. Да-да-да, я подвешиваю его. Ох, он меня прошил. Сейчас. А, да что у меня это? Так, спит не подобрал. Блин, это что ж такое? Шприц. Я вижу рядом, я думал, прямо на аэродроме. Ах ты, ё-моё, а. Нехороший ты человек, шприц. А, так, вот как бы джойстик сейчас не оторвать? Так, а еще работают наши БТРы. Так, я никакой, я пошел на филд. Так что вы там прикрываете дрона. Вы около... Да еще дрона наши. Да. Шприц не отпускает. Привет мне от ТФС. Ой, я смотрю, там за дроном плотненько следует Аяка. Угу. И Серк. Кстати, хорошо следует. Да, она да, и у тебя 6 дрон. А ты где, Андрюх? Да, сейчас Аяка будет на него заходить, по-моему. Окей, лечу как лечу. Дрон, ты где? Не, она его не видит, она за тобой идет, а тот по более такой траектории пошел, широкой. Он будет тут паровозе. Она уже пилит, окей. Я за собой никого не вижу, кроме этого спита. Нет, там еще идет. Еще там фагот внизу? Нет, сзади там. Только подошел. Прям сзади прям идет. А, этот наш. Все, понял. Это наш. Все хорошо. Так, Саныч наказал твоего товарища. А, спасибо, Саныч. А, меня наказывает мессер. Квадрат. А, все, я уже наказан. Ебать. Ух. Лёх. Благополучно.